Доброго времени суток, дорогие друзья! На связи, как всегда, Ота. Сегодня мы с вами продолжим захват галактики за Великую Республику. В прошлом видеоролике, друзья, напомню, мы захватили планету Фуэрест, снабдили передовыми нашими с вами планетками космические станции, также неплохую защиту. Извиняюсь, что не туда нажал. Можете видеть вот такая вот защита. Если бы было доступно еще строительство, мы бы с вами... собственно, еще бы построили. Я думаю, ребята, надо укреплять эту планету, потому что через нее тоже могут пройти через Бестин. Бестин, я не знаю, друзья, как правильно, куда ударение ставить. Но сегодня у нас в приоритете напасть на планету Фрейсия и Мечес Третий. Сначала нападем, друзья, на Мечес Третий, а потом уже на Фрейсию. Ну, а для начала давайте посмотрим, что у нас здесь на Крусанте. На Крусанте у нас уже... будет сейчас по максимуму. Давайте, ребята, подождем, пока здесь нам дадут деньги, кредиты, дабы построить еще немножко отрядов. И давайте нападем, пожалуй, на Мечес Третий. Хорошо, сейчас мы снова с вами поставим на паузу. Все, ставим на паузу, друзья. И давайте-ка здесь начнем строительство космической станции второго уровня, пожалуй. И также... на Корусанте мы обучим джедая с падаваном. Да, джедая с падаваном и вот таких вот ребяток. А в чем различие? Ага. Давайте-ка вот этих вот ребяток мы построим. Два отряда будет достаточно. 1000 кредитов остается. И давайте-ка мы с вами построим. Хотя, знаете, давайте построим что-нибудь на Адзере, как я и хотел. На Адзере мы можем с вами построить легкий завод. Давайте-ка построим, потому что у нас здесь оборона слабенькая. Хорошо. И построим одну факторию какую-то для добывания ресов. Давайте, ребята, перетащим наш флот, чтобы напасть. Думаю, ребята, здесь не будет какого-то сильного вражеского сопротивления. Да. Такой же точно флот, если можно его так назвать, как и в прошлый раз. Один корабль и космическая станция, друзья. Хорошо. Давайте посмотрим, какие у нас силы, собственно, есть. Так. В подкреплении у нас доступен винатор, но для него, как я понимаю, нужно 5 мест. Хорошо. Давайте выберем все винаторы, прикажем им двигаться на вражескую станцию. Выберем адмирала Юларина. Да, друзья, я узнал. Я вчера ради вас посмотрел мультфильм, сериал «Войны клонов». И узнал, что его зовут Юларин, друзья. Давайте Юларина отправим на тоже вражескую станцию. И крейсера типа «Акламатор» также отправим на вражескую станцию. Давайте выделим истребители. Хотя, друзья, сейчас они начнут вылетать из ангаров, но мы их сразу... выделим и отправим, которые есть. Так, вот этих еще ребят отправим. И давайте начнем битву. Сейчас некоторые у нас еще ребята вылетят. Мы поставим на паузу. И давайте-ка отправим их всех. Очень много истребителей. Это, друзья, очень хорошо. Уже 3 бомбардировщика. Вот этих ребяток. И вот этих... А, все, понял. Их тоже отправим сюда. Отлично. Смотрите-ка, еще бомбардировщик вылетел, кажется. И еще вылетел. Их уже у нас целых 5. И давайте посмотрим, как это все выглядит, друзья. Так, ребята, все летим, не стесняемся. Капец, еще бомбардировщики, друзья. И давайте посмотрим, как это все выглядит. От лица Юларина. Так, Юларин, давайте посмотрим. Черт подери. Это, друзья, просто, извиняюсь, красиво. Это просто нечто. Истребители наши. Так, истребители остаются позади, друзья. Это не есть хорошо. И давайте-ка поставим на паузу. Прикажем абсолютно всем двигаться вперед. Так, я не понимаю, почему не выделяется. Так, вы, ребята, тоже вперед двигайтесь. Вы тоже вперед. И вы, ребята, тоже вперед. Или я вас уже, по-моему, взял. Так, хорошо. Так, вы двигайтесь вперед. Вы двигайтесь тоже вперед. Хорошо, здесь все движутся по правильному направлению. Так, давайте возьмем наших истребителей, вернее, бомбардировщиков,
и прикажем им атаковать. Давайте пусть атакуют ангар, потому что это тоже очень важная такая часть, место. Хорошо, вы, ребята, ищите себе цель и атакуйте их. Вы тоже. Ищем, ребята, ищем. Ищем. Так, бомбардировщик идет на заход. Так, вы не ищете. Это, ребята, плохо. Все ищем. Так, вы, ребятки, бомбардируете вот этот ангар. Вы идите сюда. Так, все у нас пока что отлично, да? Да, все хорошо. Бомбят они станцию. Здесь у нас идет просто мясная перестрелка, друзья. Давайте-ка посмотрим. Боже мой, какие же здесь спецэффекты хорошие. Серьезно, друзья, я посмотрел, эта игра 2006 года, и для 2006 года это просто бомбезно, серьезно. Так, ангар, друзья, вы бомбите? Да, хорошо, бомбят они ангар. Вы давайте откройте огонь из всех лазеров. Остальные винаторы тоже. Не стесняемся, друзья. Вы, ребятки, немножко не туда полетели, знаете. И вы, друзья, тоже. Хорошо, сейчас направим их туда, куда надо. И пусть воюют за республику, друзья. Так, хорошо. Ведите, друзья, огонь по станции. Это ваша задача. Давайте посмотрим. Видим наши истребители. Далее залп по станции. Это, друзья, просто бомбезно, серьезно. Опа. Появились вражеские крейсеры. Давайте посмотрим. Мини-фактор фрегат. Сможет справиться с экламатором, но слабее после против винатора, извиняюсь. Это, друзья, очень даже хорошо. Давайте винаторам нашим щиты дадим. Почему бы и нет? Пусть будут защищенными, защищены. Так, это, друзья, победа. Это просто легкая победа. Теперь вы, ребята, разбираетесь с этими истребителями, с этими ихними крейсерами небольшими. Так, все, уже один почти уничтожен. Откройте огонь. Хотя у вас щиты вроде как отключаются, да? Да, у вас щиты вроде отключаются. Так, ребята, вы ведите огонь. Все. Это, друзья, легкая победа. Они отступают. Они, друзья, отступают. Все. Это, друзья, прекрасно. Все. Это очередная победа республики. Здесь летают чертовы гиены. Так, ребята, давайте-ка вы с ними разберетесь. Истребитель, вы летите сюда. Вы, ребята, летите сюда. Так, почему мы еще не победили, друзья? Очень странно. И, кстати, мы ни один крейсер не потеряли. Даже акламатор. Хотя это очень странно. Так, вы... Опа, противник найден. Все, друзья, мы победили. Очередная победа республики. Давайте, ребята, уже заканчивайте бой. Так, мы потеряли ни одного, они потеряли космическую станцию второго уровня и также два фрегата. Очень, друзья, хорошо. Так, давайте-ка поставим на паузу, посмотрим, что у нас здесь по войску. Хорошо, давайте-ка, наверное, сейчас простых клонов возьмем. Нет, друзья, хотя, знаете, Мейс Винду, Дельта Сквад. Давайте-ка возьмем Дельта Сквад во главе. Возьмем Иван Кеноби, Энакин Скайуокера. И сейчас подождем еще, дождемся Падавана с Юнлинга. И отправим их на эту операцию тоже. Так, вот строительство началось, собственно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Угу. Здесь, друзья, у нас тоже не все хорошо. Я бы даже сказал печально. И давайте, наверное, вообще, кстати говоря, я в прошлой серии поставил... Научный центр строится где-то, чтобы увеличить уровень. Так, вот он вроде строится. Да, вот он строится. Тогда мы с вами подождем. На Карулаге. Что у нас на... О, Карулаг вообще у нас, друзья, пустой.
Здесь, кстати, уже есть казармы, так что давайте построим добывалку ресурсов, чтобы было как можно больше дохода. Это, друзья, сейчас нам очень важно. И давайте дождемся строительства, давайте ускорим даже, чтобы не ждать. Так, все. А что-то у нас там еще построилось. Так, здесь строится добывалка. Здесь научный центр, здесь снова добывалка. И, друзья, клоны очень быстро у нас строятся, даже ускорять не будем. Давайте поставим на паузу, потому что что-то мне подсказывает, что сейчас у нас, друзья, нападут. Но я точно не знаю. Так, здесь у нас добывалка строится. И, кстати, нам сейчас кредиты начислят, так что давайте подождем. Хорошо. А здесь у нас клоны уже достраиваются, и нам дали 5000 кредитов. И, друзья, заметьте, наш доход уже вырос до 5000 кредитов за один ход. Это, друзья, очень даже неплохо. Так, что здесь? А, на Адзере. На Адзере у нас строится добывалка. Давайте-ка построим контину здесь тоже. А здесь мы построим с вами вот на таких вот планет. О, Татуин. А, друзья, забыл я про Татуин. Нам Татуин ни в коем случае нельзя терять. И у них здесь просто огромный флот. Здесь что-то я, ребята, волнуюсь. Давайте-ка посмотрим. А, давайте станцию третьего уровня построим. Здесь мы построим с вами. Так, что это? Научный центр нам не нужен здесь. Легкий завод. Давайте еще один легкий завод и добывалку. Все отлично. На Набу мы строить, наверное, ничего не будем. Хотя здесь вообще что-нибудь есть. Да, здесь есть казармы. Легкий завод мы еще поставим. Ну, чтобы было, просто оборона была. Так, а что у нас на Крусанте? На Крусанте у нас достраиваются, друзья, клоны. Давайте подождем и уже соберем такую наземную флотилию, наземные войска, наземную армию. И нападем на Мечис III. И заберем его уже наконец-то. Потому что, друзья, мы уже с вами его давно выцеливали. Так, все отлично. Давайте поставим на паузу и посмотрим. Так. Клон Трупер P1. Так, что-то, друзья, странно, потому что я заказывал клон Трупер P2. А у меня почему-то только P1, ну ладно. А, вот, вот, друзья, они начали появляться, потому что у нас уже тут, скажем так, некуда девать их. Хорошо, давайте подаманов возьмем. Я, друзья, думаю, если честно, этого должно хватить. Хотя, знаете, давайте на всякий случай возьмем клонов с гранатометами, потому что вдруг у них там техника есть, кто знает. И будем уже нападать. Так, давайте ускорим. Все, друзья, почти ускорилось. Давайте оставим так. Кстати говоря, на Крусанте у нас Space станция 5 уровня, космическая. Это очень хорошо. Так, все, у нас построились клоны с гранатометами. Давайте мы их возьмем и отправим наше войско захватывать Мечис III. Сейчас, друзья, будет наконец-то этот самый момент, который мы с вами долго ждали. Все. Ну, в принципе, да, друзья, здесь у них сопротивление такое себе. Ну ладно, вдруг у них будут какие-либо башни, и наши гранатометчики должны с ними управиться. Хорошо, Humans, Droids. А, то есть люди простые. И дроиды. Так, вулканы. А здесь много, друзья, очень вулканов, как я понял, лавы. Ага. Дельта Сквад у нас, как всегда, наготове. И давайте вызывать уже наше подкрепление. Так. Джедая вызовем. С Падаваном и остальные войска. Также Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокера. Давайте, друзья, мы с вами это дело все ускорим, потому что это все очень будет долго происходить. И давайте их поделим, друзья, на группы. Потому что это все будет очень. Так, Джеди Падаван, а это кто? А это кто? Подождите, ребята. А, Джеди Мастер, то есть Падаван и Мастер. Энакин Скайуокер. Значит, Энакин Скайуокер отправится с Оби-Ваном, потому что так заведено. Эти двое чуваков. Так, а значит, босс и фиксер отправятся
со Скайуокером и Оби-Ваном. И сейчас мы, друзья, клонов также поделим, чтобы было все честно, все равно. Потому что вдруг кто-то нападет, кто-то решит вызвать танки. Так, хорошо, 501-й легион высадился у нас. Высаживается еще хорошо. Ну, давайте мы пока отправим с вами клонов с гранатометами. Красавчики. Это, друзья, просто очень красиво. Хорошо. Так, я же говорю, друзья, очень долго высаживается, поэтому давайте немножечко ускорим. Все, отлично. А, давайте отправим остальных вот этих ребят сюда. Вот этих вот сюда. И вот этих вот, друзья, сюда. Хорошо. Блин, очень, друзья, плохо, потому что, блин, ну вы сами посмотрите на это. Окей. Как-нибудь вот так. Вы сюда, друзья, отправляетесь. Так, ты тоже с ними отправляйся, потому что я так понял, что ты из них. И давайте, друзья, смотреть на мод. Это, друзья, очень красиво, серьезно. Вот этот парень от них отстал немножко, окей. Не будем к нему придираться. Энакин Скайуокер эпичный. Хорошо, там я уже слышу выстрел. Нет, мне показалось. Так. У нас 5400, друзья, кредитов. А это означает, что мы сможем построить здесь какие-либо постройки, башни и так далее. Хорошо. Давайте смотреть далее. Это, друзья, прекрасно. Вот бежит у нас джедаи. Немножко смешно как-то. Они бегут. Особенно левый чувачок, подаван который. Хорошо, мне что-то там кажется, или здесь где-то что-то намигает, или... А нет, это лава, все, хорошо. Что-то вражину у нас, друзья, нету. Кстати говоря, давайте сохраним игру. Все, друзья, игра сохранилась, давайте продолжим захват этой планеты. Так, эта группа идет. А где вторая группа, я не понимаю. А вот все, отлично. Так, эта группа у нас с Энакином и Оби-Ваном. Эта группа у нас с Падаваном и учеником. Хорошо. Блин, ну он все же прикольно, друзья, бежит. Даже немножко смешно. Хорошо. А никакой, ребят, зарубы почему-то нету. Давайте-ка отправим одного клона, наверное, куда-нибудь вот сюда. Пусть идет. Не, вот что-то, мне кажется, друзья, здесь кто-то есть. Вот в это вот. Вот в этом месте. Здесь, наверное, где-то база. Хорошо. И, друзья, мы здесь просто захватываем. Хорошо, давайте построим пушечку, потому что у нас и так много ресурсов. Я думаю, ничего страшного не будет. Здесь, опа, смотрите-ка. Поехал. Очень, друзья, прикольно сделано. Так, здесь мы тоже сохраним. Ой, я говорю, сохраним. Построим пушечку. Так, здесь у нас строится. Давайте здесь построим. Почему бы и нет? Так, здесь у нас нету ничего доступного, чтобы можно было построить. Так, где он, чувак этот? Друзья, немножко запутанная карта, потому что здания какие-то. Я думаю, это вообще фабрика какая-то. И почему-то у нас клоны некоторые решили пойти вот так, вот сюда вот. Ну ладно, их право, их выбор. Пусть идут, если хотят. Так. Здесь, друзья, можно пройти. Давайте-ка, пусть у нас все... Опа, смотрите. Так, уничтожь вот это. Это фул контейнер какой-то. Надо его обязательно уничтожить, друзья. А, смотрите-ка, мы можем дать нашим клонам ускорение, получается. Да, пусть немножко быстрее идут, шагают, потому что я немножко уже... Мне уже... Опа, смотрите, дроиды идут. Дроиды, ребят. Наконец-то они вылезли. Наконец-то не будет маленький небольшой замес, а то мне это уже немножко поднадоело. Так вот они, смотрите-ка. Перестрелка. Наконец-то. И мы их уничтожили, все. Дроиды что-то меня разочаровывают все больше и больше. Смотрите-ка.
Эти ребята решили... Опа. Наконец-то хоть что-то. Ну все, друзья, дроидам хана. Опа, Оби-Ван прямо чикает их. Блин, друзья. Там такой эпичный кадр был, и вы здесь бегаете как-то некрасиво. Хорошо. Пусть здесь делают, что хотят. Так. Что у нас умеет Энакин? Энакин... Форст Краш. Хорошо. Давайте-ка посмотрим. Ноги. Отлично. Прямо хороший очень кадр, друзья. Ноги. Так, почему вы не можете справиться с дроидом? Меня вот это вот интересует. Это супербоевые дроиды. Да, это супербоевые дроиды. И смотрите-ка, друзья. Здесь тоже ходят дроиды. Давайте отправим отряд. Разбираться с дроидами. И здесь снова какая-то фиговина. Уничтожить. Уничтожить, друзья, надо. Естественно, потому что непонятно, что это еще такое. Так, разберитесь, ребята, с дроидами. Офигеть, офигеть. Вы это видите? Это наших гранатометчиков просто уничтожают почему-то. Так, здесь нам надо построить срочно турельку. Ребята, ну давайте же, вы лучше дроидов намного. Вы должны их превосходить. Все, красавчики. Еще, боже мой, друзья, мы под обстрелом, мы под обстрелом. Вы бы хотя бы куда-то укрылись, серьезно, ребят. А, ну вы вроде всех уже перебили, да? Ну да, их здесь мало остается. О, кстати, есть такие летучие лааты. Это, друзья, очень хорошо. Так, вы будете уничтожать? Нет? Нет. А вы тогда вот это уничтожьте, ребят. Так, здесь у нас пушка даже помогает нашим ребяткам разобраться вот с этими вот гадами. Они положили наших клонов. Очень, друзья, жаль. Все, клоны разобрались с гадами. Давайте отправим их вот сюда вот. Так, вы, ребят, давайте разведывайте. Просто так не стойте. И супер боевые дроиды откуда-то уходят, друзья. Значит, у них где-то здесь завод, скорее всего. А ты давай, Энакин, разберись с супер боевыми дроидами. И да, как я говорил, вот ихние... Так, производство. Давайте немножко отведем войско наше. И... фиганем прямо по их станции. Я, друзья, помню, как наших клонов тоже убило. Вот это вот. И я, друзья, очень был сильно расстроен. Серьезно, потому что я вообще никак не ожидал такого исхода событий. Так, Энакин Скайуокер, иди-ка сюда. Помоги уничтожить. Вы, друзья, уже разбирайтесь, пожалуй. Так, а вы уничтожите дроидов. Все, что ли? Нет, нет. Разбираются, еще разбираются. Так. Оби-Ван. Не позорься. Да, красавчик, раскидал просто дроидов. Хорошо, друзья. Вы уничтожили их не завод, но вы еще не уничтожили всю их базу, потому что они, гады, еще не могут сдаться. Так, вы разбираетесь с дроидами. У нас здесь пушка, пушка. Все, друзья, у нас в пушках. И вот этот вот чувак ведет за собой группу. Не, ну, почему ему такую сделали угарную анимацию ходьбы? Серьезно, ребят. Это очень смешно. Так, осматриваемся, ребят, осматриваемся. Почему вы стоите это просто так? Вы идите сюда. Все. Здесь никого нету. Вы, ребята, давайте-ка пройдете-ка сюда. Я не понимаю, это надо тоже уничтожить или что? Серьезно. Все, взорвалось, все, хорошо. Так, чувак, ты иди сюда, потому что что-то помощь нужна, кажется. А, так, нам надо пушку здесь также построить, чтобы было все под нашим контролем. Отлично. Так, здесь вот эту чушь надо тоже, пожалуй, уничтожить. Давайте. А, так. Фиксер у нас может сделать что-то с турелькой. Это считается как... Нет, это не считается как турель. Хорошо. Вот это маячок. Понял. А, ребят, давайте-ка уничтожать дроидов, потому что мне что-то уже это поднадоело. Так, ребята, вы-ка...
посмотрите-ка здесь, что есть. Вы разбирайтесь, ребята, уже с дроидом, потому что пора бы уже, пора бы. Так, ты куда побежал? А, давай посмотри, что тут. Вот тут вот посмотри. Так, вы захватите эту турель. Тоже построим здесь. Сейчас. Турельку. Так, быстрее, быстрее, ребят. Все, построили турель. О, смотрите, я не заметил, что у них здесь еще что-то есть. Смотрите, наших клонов окружили. Все, друзья. Так, один клон пусть захватит турель, построит ее. И смотрите-ка, здесь пришла целая куча дроидов против нашей турельки. Не-не-не, это глупо будет использовать просто на небольшое количество дроидов. Так, анти-инфанти турет, анти-вехикл. А, друзья, я не те турели строил, поэтому они такие неэффективные против пехоты. Хорошо, я понял. Теперь, какие надо строить? Вот эти тоже давайте построим. Так, здесь ничего тоже нету, да? Но остается, друзья, только вот эта вот местность, потому что я больше ничего не вижу. Так, ну здесь вроде тоже ничего нет. Давайте-ка посмотрим, что здесь есть. А ты давай смотри, что вот в этом углу. Так, здесь тоже ничего нету, друзья, подозрительно. Давай спринтом у нас. Это тоже у нас спринтом. Давайте, ребятки, быстрее, потому что мне это уже не нравится. Что-то подозрительно. А вот, смотрите. Вот боевые дроиды идут где-то вот отсюда. Хорошо. Вы, ребята, значит, вот сюда идите. Вот, вот где-то здесь у них. Серьезно. Что-то у них здесь есть. Потому что они здесь откуда-то идут. Так, чувак, чувак, подожди. Иди сюда, идите сюда вот. Я думаю, у них здесь какая-то тут фабрика. Так, уничтожьте дроидов. А, вот они где их клепают, смотрите. А, так это их не завод, что ли? Мечестрети. Что-то я, друзья, не припоминаю заводов с названием Мечестрети. Может, я что-то забыл? Хорошо. Здесь ничего нету, да? Здесь ничего нету. Так, чувак, ты где? Чувак наш где-то здесь. Блин, где он? Вот не люблю, ребят, такие карты, потому что... Все, чувака я не могу взять. А вот, смотрите, он где-то в здании, похоже. Хорошо. Но откуда они идут? Серьезно, я не понимаю, откуда они идут, друзья. Так, здесь у нас остался один клон. Пусть-ка он идет вот сюда. Вы, ребята, идите вот сюда. Так, вы идите сюда тоже. А вы идите вот сюда. Будем просто, ребята, патрулировать территорию, потому что... Серьезно, так, ты иди сюда. Какая-то, ребята, карта запутанная вообще. Ничего не понятно, где кто находится. Чё? Подождите, откуда они появились? Откуда появились дроиды? Все, форс-пуш, вернее, извиняюсь. Так, здесь у нас ничего тоже нету. Да? Да, здесь у нас тоже ничего нету. Так, здесь. Здесь тоже ничего нету. Да? Да, здесь тоже ничего нету. Проверяем. Да, а здесь что? А здесь? Здесь тоже ничего. Да, здесь тоже ничего нету. Хорошо. Хорошо. Понял. Так. А, вы, друзья, посмотрите, что... Нет, здесь мы все смотрели. Так. Здесь построим пушку. Хорошо. Где-то, ребята, все это находится, дело и здесь, потому что откуда-то они лупятся отсюда. Так, здесь тоже ничего нету. Странно, странно, ребят. Опа, смотрим, дроиды. Давайте-ка, друзья, присядем. Нет, я все же думаю, все, мы выиграли, серьезно? Мы, друзья, выиграли, мы потеряли один отряд клонов гранатометчиков, они потеряли... Один отряд клонов B1 дроидов. И это планета под нашим контролем, друзья. Наконец-то. Нам еще дали бонус в размере 1700 кредитов. Очень, друзья, хорошо. Так, но на Крюсанте у нас вообще никого. Хотя, знаете, нам, в принципе, не обязательно там всех держать. Так, это кто? Это непонятно кто. Так, давайте здесь построим казармы. У нас очень много денег.
производительность вот этой ерунды и еще казармы. Хорошо. А на Форесте мы построим базу. Здесь мы построим. Не понимаю, в чем различие. Хорошо, построим вот это вот. И где-то я, друзья, еще что-то хотел построить. Вроде как на... То ли на Нексисе, нет. А то ли на Карулаге. Не помню, друзья, где. Кстати, Карулаг. Угу. Давайте еще добывалки вот эти построим. Ну что, друзья, я думаю, на этом можно закончить. Если вам понравился данный ролик, то подпишитесь на канал, поставьте лайки. И также, ребята, забыл сказать, что вот эту планету Фрезию мы захватим в следующем видеоролике, потому что серия, ребята, вот и так уже затянулась. Мы очень много с вами сегодня всего сделали. С вами был, друзья, Ото, и всем до связи.